Ой, ребята, здравствуйте. Кофе попью вместе со мной. Расскажу я вам сказку. Я вообще не дело не в курсе. Сегодня проснулся в таком, как вы знаете, сон такой приснился. Это пиздец, блядь, просто, понимаете? Короче говоря, какая-то комната. И это... Там такой туалет стоит, ёб твою мать, туалет стоит. Ну, я хочу в туалет, а народу много. А в этом туалете, девочки, мальчики, знаете что? Нету ни дверей. То есть вот, ну, вроде бы такая коробка стоит, девочки, мальчики. И все это. А в туалет так хочется. Я вообще так хочу туалет сильно, а народ, блядь, носится туда-сюда, туда-сюда. Думаю, блядский рот, видно же все. Бляха-муха, что делать, не в штаны же гадить-то. Вот такой сон. Я, короче говоря, зашел этот, извините меня, который туалетом называется, подобие вот это. Зашел, короче говоря. Одни так ходят, другие так, третьи так, ёб твою мать, думаю, что делать-то, блядь, срать-то хочется. Пиздец, блядь, девочки. Ой, вот так, понимаете, вот такой мне снится, да, вот такой вот. И, короче, в конце концов я проснулся. Не, я не обосрался. Потом... Я это такой думаю, спасибо, пощупал, думаю, ёпта мать, нету, не обосралась. Пошел, ёпта мать, туалет сходил. И дальше уже. Ой, блядь, что только не приснится. Девочки, мальчики. Вам не снятся такие сны? А? Это вообще кошмар. Ой. А иногда, как будто ты в этом, где-то там, непонятно, в какой-то земле копаешься, вот такой сон был. Потом, машинка какая-то вот такая едет, и ты в нее прыгаешь. Боже, девочки, что только нам не снится? Вам снится иногда? Вы пишите комментарии, я...